В Запорожье с визитом прибыл экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили. Цель визита – встреча лидера партии «Рух новых сил» с запорожцами. Встреча состоялась на площади перед ДК «Днепроспецсталь». О чем говорил Михаил Саакашвили в своем выступлении, мы расскажем в следующих выпусках «Алекс Информ». Со встречи с запорожцами Саакашвили уехал на городском автобусе, чем удивил участников митинга.